3 года колонии общего режима – вердикт Железнодорожного районного суда в отношении 42-летней жительницы областного центра. Более 1,5 миллиона рублей – такова сумма ущерба, причиненного сотрудницей почты за 3 года. Установлено, что 42-летняя оператор связи почтового отделения связи вносила ежедневные отчеты недостоверные сведения об исполнении отдельных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, а также единой денежной компенсации, после чего, подделав подписи граждан, похищала веренные ей денежные средства. Суд согласился с доводами гособвинения и назначил реальный срок, отбывать который осужденная начнет по достижении ее детьми 14-летнего возраста.